Жена, хорош, а? Ой, огромный кувшин ты достал. Ну, слава богу, кувшин куплен. Теперь накорми меня, мать. Сейчас. Пошла на место. Хороший кувшин, хороший. А интересно, сколько ты за него заплатил, Гоге? Сколько заплатил? Я купил выгодно. Здесь бы с меня за такой кувшин содрали втрое. А там я за него заплатил всего 200 рублей. Тебя не одурачишь. А. Ты вовремя купил. Как раз к урожаю. В землю закопаем, вина нальем. 300 ведер. Да. Этот эмеретинец запросил с меня 350. Но я с ним целых 2 дня торговался. Не устоял. Уступил мне за 200. Бери помидорчики соленые. Он мне говорит, Макарыч тебя. А я ему не на того напал. Что? Что там? Ох, черт! Дыл-то неуклюжая! Лайми! Кто тебя просил туда лезть? Ну, погоди! Ну, погоди, придешь домой! Я с тебя шкуру спущу! Раз всех побрал. Отойди, дай я посмотрю. Погубила меня эта подлая девка. Погубила. Только, боже мой, боже. Куда я буду вино заливать? Пропадет весь урожай. Что же мне теперь делать? Ты его разговорами не починишь. К Абесолому поезжай. Кто такой Абесолом? Да наш мастер. О, Абесолом! Ну. Еще, еще крутой. Ты что, с утра не поела, что ли? Бездельники, кормлю вас даром. Иди садись за руль. Садись. Нажимай. Пусть только придет домой. Дура длинная. Вырастил дочку. На что нажимаешь? На что нажимаешь? На газ надо, а ты на тормоз. Вылезай оттуда. Откуда я знаю, на что нажимать? Я из-за этого кувшина голову потерял. И ты потолкни сзади. Ты
посмотри, Абишалом, что натворила эта дура. Какая дыра. Внутри тоже трещин полно. А. Абишалом, а починить его можно? Постараюсь. Трудное дело, трудное. Сначала внутри заделаю, а потом за главное возьмусь. Подай-ка клей. Сейчас все сделаем. Этот клей особенный. Чуть-чуть помажешь, намертво приклеивай. Понял? Ого! Ну-ка, подавай. Давай, 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 давай. Теперь представляй, представляй. Вот так, 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 так. Хорошо. А ну-ка, постучи по ковшину. Каков звук, а? Вот молодец, Абишалом. Хорош, давай вылезай. Ну что, хорошо? Вот это клей. Здорово. На, может. Держи. Вылезай. Куда ты клей понес? Я тороплюсь. Я тебя так не отпущу. Мы еще должны с тобой выпить. Годио, пойди помоги мне. А что? Кажется, я застрял. Как это? Постой. Руку давай. Назад. Иди головой. Стой! Стой! Ухо! Оторвешь, осел! Я? Ну и оставайся там. Осел. Сниму-ка я телогрейку. Не повезло же мне. Видно, какой-то недобрый человек меня сглазил. Тьфу! А может, ты осколок выбьешь, а, Абишалом? Да нет, ничего не выйдет. Попробуй, а? Попытаться, конечно, можно, но я свою работу знаю. А вдруг правда не вылезет, а? Вот беда. Этого только не хватало. Клятый клей. Действительно насмерть заклеивает. Делай, что хочешь, но только вылезай оттуда.
Стараюсь, стараюсь, все равно не получается. Никак не могу выбить. Безмозглый. Зачем ты залез вовнутрь? А я почем знал, что так получится? Сколько кувшинов перечинил, а такого узкого горла никогда не встречал. Сам ты туда забрался? Ну и вылезай, как знаешь. Ничего не получается. Видеть не могу. Здравствуй, Абесолом. Как ты хорошо починил кувшин. А? Дай тебе Бог здоровья, Абесолом. Золотые у тебя руки. Зато дурацкая голова. Он же застрял в кувшине. Старый осел. А, почему застрял? Что ты говоришь? Голова-то у него наружу. Голова-то да. Но вот все остальное вытащить не могу. Придется ломать кувшин, другого выхода нет. Ломать такую вещь, что выдумал? Не разрешу. А что делать? Не сидеть же там человеку всю жизнь, придется ломать. Ты что, в своем уме? Замолчи, пока я тебя не сломал. Вот так взять камень и самому его разбить? У меня рука не поднимется. Я за кувшин 300 рублей заплатил. Ты же мне говорил 200. Заткнись ты. Абесолом, Абесолом, послушай меня. Если по деревне пойдет слух, что ты, Абесолом, не смог вылезти из кувшина, люди тебя на смех поднимут, можешь мне поверить? Давай договоримся. Ты платишь мне 200 рублей, и мы потихоньку ломаем кувшин. Хорошо придумал. Только ничего не выйдет, копейки не получишь. Значит, не хочешь. Нравится тебе здесь сидеть? Посмотрим. Посмотрим, что сейчас с тобой будет. Ты что, решил у меня на шее посидеть? Не выйдет! Марю! Марю! Иди подтолкни. Жалуйся куда хочешь, я не боюсь. Слушай, мы ведь с тобой договорились. Кувшин починишь, даю тебе 10 рублей. На, даю тебе 15 рублей, только вылезай оттуда. Держи. На кой черт мне твои деньги, если я в кувшине сижу? Значит, тебе этого мало. Ты что, с ума сошел? Мне вообще тут деньги не нужны. Я с ума сошел? Да. Ну, пусть так. Вот твои деньги. Я тебе заплатил, а ты вылезать не хочешь. Теперь пеняй на себя, посмотри, что я с тобой сделаю. Увидишь, увидишь, увидишь. Куда это его понесло, ты не знаешь? А ты тоже хорош, Абесолом. Ну чего ты туда полез, спрашивается? Горло надо было сначала измерить. Тоже мастер. Что, я в первый кувшин, что ли, влез? Теперь не об чем говорить. Давай попробую тебя вытащить оттуда. Ну иди сюда, иди, иди, иди. А ты молодец, Моро. У тебя силы куда больше, чем у Горгия. Нет, не получается. Давай, полезай обратно. Полезай. Так, теперь клади мне руки на плечи. Ну, давай. Ну. Осторожно, осторожно. Как бы с тобой какого греха не случилось. Руки оторвешь. Нет, не получается, крепко застрял. Вот
Гогия! Идите сюда. Гогия! Абесолом у вас не был? Здесь он, в кувшине сидит. Что ему там надо? Вылезай, Абесолом! Пробовал, не могу. Смотрите, из кувшина человек вылезти не может. Погубил он нас. А и вправду горло какое-то узкое. Я такого ни разу не видел. Оно от меня и подвело. Может, я вытащу? Уже пробовали, все ребра переломали. Вот какие дела-то. На-ка, откати колесо. Поставь его где-нибудь там у забора. Да. Я думаю, намылить его надо. Намылим, вот он и выскочит оттуда. А может, кувшин разбить? Нет, нет, разбить я его не могу. А как вытащить человека? Вот этого я не знаю. Пожалуйте, пожалуйте, он все еще в кувшине. Не хочет вылезать. Зачем он вас привел? Думаете, кувшин вас испугается, и горло у него будет шире? Ничего не выйдет. Теперь сами видите, что это за человек. Еще над милицией издевается. Ему там понравилось сидеть. А ну, давай, вылезай. Как ты попал туда? Как ты туда попал? Отвечай начальнику. Я с детства тут сижу. Говорит, сижу с самого детства. Шутит. Слушай, если в отверстие проходит голова, то пройдет и все туловище. Что он сумасшедший там сидеть? Слушайте, не мешайте, пожалуйста. Я все-таки не понимаю. Это же круг. Ты следи за моей мыслью. Слежу. Если голова прошла, почему тело не проходит? Есть закон. Закон Лавуазье. Лавуазье кто такой? Сейчас объясню. Прошу вас. Вот, смотрите. Голова проходит, а плечи не пролезают. Видите? Ну-ка, вылезай. Что ты себя с ним сравниваешь? Ты вон какой. Постой. Ну-ка, выгляни. Что? Раздевайся и вылезай вперед ногами. Ноги вытащите, а все остальное застрянет. Я и брюки сниму, чтобы вы потом ко мне не придирались. Правильно. Снимай. Давай ногу. Давай. Другую. Так. Да, правильно, да. Правильно. Ну, что стоишь? Помоги. Держи фуражку. Перемери. Пятки вместе, поднимите повыше. Да, еще выше. Еще немного. Страшно, хватит. Я уже застрял. Что? Я уже не лезу, не лезу я. Еще? Вы мне ноги оторвете. Хватит. Чего? Больно. Ничего, ты ой, Гогия, чтоб тебе пусто было, чертов сын. Еще разочек. Гогия! Ну, давай, бери покрепче. Осторожнее. Что у вас, сил что ли нет? Больно. Еще. Ну, тащите, тащите. Вы покручивай его, покручивай, покручивай. Еще немного. Выше, выше. Не идет. Что делать? Головой не лезть, ногами тоже. Да. О, Гогия, этого я тебе никогда не забуду. Ой, еще крутить. Вы что, с ума сошли? Чуть ноги мне не оторвали. Я знаю, ты хочешь, чтобы кувшин разбили. Да? Как хотите, кувшин я не разобью. Я, конечно, не могу тебе приказывать, потому что это частная собственность. Но в то же время я должен тебе сказать, что держать человека в заточении ты не имеешь права. А что же делать? По-моему, разбить. Нет, этого я не допущу. Другого совета я не могу тебе дать. А может, припугнуть, а?
Я думаю, что его только по частям вытащить можно. Да ты что? А что? Сначала взять одну часть и вытащить. А потом другую часть вытащить. Что ты болтаешь? Тоже умный. Ничего, а потом его же клеем и склеим. Я разобью кувшин. Только пусть он мне заплатит 200 рублей и убирается к черту. Ни копейки не получишь, не надейся. Ни копейки, да. Ни копейки. Очень сложное дело, очень сложное. Как же быть? Не знаю, такого случая в моей практике еще никогда не было. Да? Нет, нет, один я этот вопрос не могу решить. А что мне делать? Сегодня какой день? Пятница. Завтра суббота, воскресенье, не работаем. О, в понедельник приходите ко мне вместе в отделение, ты и он. А, он же идти не может. Ну ничего, приходи один, как-нибудь разберемся. А как же без него, товарищ начальник? Не знаю, сами решим. Люди, как же мне до понедельника в кувшине сидеть? Я же пропаду здесь. Ха. Трое суток в кувшине. Ничем помочь не могу. Кувшин ломать не хотите, а я не Иисус Христос. Чудеса не моя специальность. Здравствуй, Гогия! А пошел ты, навязался на мою голову. Давай. Давай. Гогия, ты меня второй день в кувшине держишь. Может быть, и мой виноград соберешь? Да, сейчас. Отойди. Что у тебя все из рук валится? Неуклюжую. Мир этому дому. Здравствуй, Гогия. Иди, выпей с нами по стаканчику. А ну выходи, Гогия. Пора наконец решить это дело. Иди ты, решишь свое. Как дела, Абисалом? Как спалось тебе в кувшине? А мы тут кое-что тебе принесли. Попробуй вино нового урожая. Наливай. А? Так, хорошо. На здоровье, Абисалом. Пей. Ну, как вино? Нашли время. Что ты, Гогия, пойди выпей с людьми. Да не до них мне. Эй, не упрямый же ты. Этот тост мы выпьем двумя стаканами. Спасибо. Здравствуйте. Вот вовремя. Проходи, дорогой. Я-то думал, он с голоду умирает, а у вас тут пир. Что ты думаешь, мы его не покормим, что ли? Вот. Берите. Держи стакан. Нет, я пить я не буду, не могу. Тебя. Абисалом. Абисалом, само собой. Не могу. Этот тост ты должен выпить. Да нет, выпей, очень выпей. Прошу тебя. Ну, выпей. Хорошо. За скорое освобождение. Твое здоровье, выпей. Кушай. За скорое освобождение. Нет, я посижу. А о моем винограднике друзья позаботятся. Спасибо. Спасибо, Гогия. Подсыпь винограда. Марни скари дичеряле, моби данде дидел в нож, Элса чави материане. Вы шутите, они распелись, как у себя дома. Будьте здоровы, друзья мои, будьте здоровы, спасибо. Что же мне делать? Вторые сутки сижу, вино пью. Сил больше нет терпеть. Не могу же я ему кувшин осквернить. Давайте развернем кувшин, чтобы Гогия не видел. Давай. Оп.
наделали? А? Стыда у вас нет. А ну, убирайтесь отсюда. Первый раз вижу, чтоб сидя в кувшине такое делали. Убирайтесь все! Что ему лопнуть в твоем кувшине, что? Ну хорошо, я вам сейчас покажу. Успокойся! Это моего двора! Убирайтесь! Ну, разбойники! Зачем ты это делаешь? Не трогай меня! Что ты делаешь? Пусти меня! Пусти, говорю! Что ты делаешь, Гоген? Сейчас! Что ты делаешь? Пустите меня! Не нужен мне! Давайте его кувшин! Остановите! Подскажите! Подождите! Что вы делаете? Остановитесь! Попробуйте! Thank you.